Пока справляемся, пока наши друзья нас не бросают и присылают нам финансовую помощь, нам, в общем-то, хоть и тяжело, но все будет хорошо, мы прорвемся. Очень много нужно денег, очень много нужно кормов закупать. Хорошо, что есть возможность бесконтактно достать кормов, потому что закупаем тоннами и мясо, и овощи. Вот, веток нам предоставили наши друзья достаточное количество, чтобы наши копытные не страдали. Поступает очень много молодняка. Последний лосенок поступил вкусными собаками. Зайчишка тоже с травами полученными собаками. Но большая радость, что они хорошо себя чувствуют, хорошо едят и идут на поправку.